Ну, я снимаю. Ох, хороший, какой хороший сегодня день. О, привет, Фрэнки. Привет. Как дела? Хорошо. Сегодня школьный день. Надо всегда в школу ходить. Скоро каникулы будут, я хочу поспать. А у меня каникулы уже. Какие каникулы-то? Мы в школу ходим. А, точно. Ты что, пропускала уроки? А, ну да, ты пропускала их. Как всегда. А ты ходила, я знаю. Смотри, как я могу. Как раз, где Гуля? Как раз, где Гуля? Я хочу узнать прогноз погоды. Вдруг дождь будет. О, я тогда замерзну. Смотри, как я могу. Эй! Ты чё? Она на качелях каталась, да-да. Вот такая, вау! И всё. Давай. Вот такая качель, вау! Качели-то какие, да? Не оторви её руку. Всё, давай дальше. Всё, какая... У меня нога согнулась. Да. Да. Я вот так могу сделать. О, у меня нога кривая. Кривая. Все, давай продолжать-то. Так, у меня голая спина. Я в платье. Ну, конечно, я тоже платье. Прости, что твое платье... Ой, сиська видно. Видна сиська? Сиська видна. Эй, мое американское платье. Ты зачем его взяла? Ау, ау, ау. Ну хватит, Полина. Ну хватит. Зачем ты мое американское платье взяла? Ты должна Клодин сказать. Это ее свадебное платье. Ой, праздничное платье. Зачем ты взяла мое американское платье? То есть это французское платье. Я в Париж сегодня поеду. Оно у меня было, оно тебе маленькое. Нет, оно мне не маленькое. Давай меня тогда раздевай. Нет, я это закрою. Давай, переодевай. Давай, а ты на камеру вот так сделай, и ты сказала, продолжение следует. Нет. Да. Ты пока останови как-нибудь. Как остановить-то? Ты переключи. Как переключить-то, я не знаю. Туда. Наш мир убольшивается. Полина, да подожди, какая огромная. Я делаю. Полина какая огромная. Настя. Миёк снимает. Миёк снимает. Да ты знаешь хоть, кто такая Миёк-то? Настя, подожди. Да. Ты больше становишься. Ты монстр. Ты ворвалась в наши тела и съела наши ногти. О, ты какая большая. Теперь ты маленькая и сильная. Теперь ты большая. Та-да. Маленькая, большая. Маленькая, большая. Маленькая. Да. Давай, я это закрою. О. Я трогаю. Зачем? Это голова Фрэнки. Фрэнки, скажи что-нибудь. Это моя голова. Я курю. Вот моя дырка. Я в эту дырку ложу свои швы. Вот он. Эй. Где моя голова? Она ускакала. Вот она какая голая. Попа. Попа. Ну что ты мне браслет снимаю? Вот он какой. Сейчас покажу зрителям. Во. Что-то его не видно. Что-то его вообще не видно. Вот он такой розовый. Я надену его на палец мой. Он мне не налезет. Ну, Полина, хватит, где ей руки-то отрывают. Рука убежит, и все. Как в тот раз. Вот он браслет. Где он? Вот. О, вот он, кружочек. Дун-дун-дун.
что? Вот браслетик такой. Няшный. Я покажу. Да не, ну хватит уже. Кать. Я не хочу пукать. Реально хочу пукать. Раз попки. Раз попки. Видела серию, там Миёк и Риська. Риська сказал, у меня и так масляная попка. Настя, помнишь, мы смотрели кино, и там сказала девушка, не трогайте меня за попку. Ну, конечно, это физрук. Физрук? Пердук. Он тебе что, нравится? Нет, он мне не нравится. Физрук? Да, он физрук. Физрук это физрук, потому что он снимает плавки. О, не плавки, а это юбки снимает женщины. Когда им нужно. Вот такой вот браслетик. Бррр, ну давай быстрее, пожалуйста, одевай их. Ладно. Мы хоть друг возим. Да закрыла. Физрук. Он всех дефицит. Вот он физрук, пердук. Я косоглазый. Косоглазый. А я его жена. Шучу. Вот это наша кухня. Вот это. Эй, где свет? Где свет? Блин, где телефон-то? Вот он. Сейчас свет будет. Зачем он тебе? Ну, чтобы показать, какая кухня, а то закрывает. Ой, не там. Ну все, они оделись. Они оделись. Понятно. Еще не слышишь? Да сейчас. Вот какая кухня. Вот она какая. Кухня. Тут. Плита. Кофейница. Вот. Эй. Эй, мы оделись, мамочка. Да сейчас, я кухню. Вот тут пусто. Я возьму поделки. Денежки мои не берите. Покажи, что там у тебя. Не берите мои денежки. Ой. Какая сегодня погода будет? Сегодня хорошая будет. Я у Гули узнала, вашей подруги. Пердуги. Ну все, мы красиво одеты. Да. Мы... Да все, идите, идите. Идите в магазин, в любой магазин. Фрэнки в одной... Да не надо эти ногти красить, вы же быстренько сходите. Не надо губы подкрасить. Да не надо.